Наталья Козырева, я трансформационный учитель. И я хочу поделиться с вами своими впечатлениями об этом волшебном музыкальном инструменте Юфа Драм. Он стал мне поистине другом и теперь находится со мной и в путешествиях, и на работе, и во время отдыха. Он создан и рожден профессиональными музыкантами на острове Бали. Супер качество ручной настройки дает возможность любому человеку играть на этом музыкальном инструменте, даже если вы не умеете играть, даже если у вас нет музыкального образования, как у меня. Этот инструмент благодаря тому, что вы просто следуете интуитивно движением своего тела, движением своего сердца, начинает вас настраивать на звуки вашей души и погружает во внутренний космос. Смотрите, вы просто берете палочки в руки и начинаете следовать за зовом своего сердца. Это позволяет вам отключить ваш поток мыслей и погрузиться в состояние медитации очень быстро. С ним легко путешествовать, и поэтому этот друг будет очень хорош и в компании друзей, и на работе. Например, я трансформационный учитель. Благодаря Юфа Драм я очень быстро настраиваю группу на телесную работу или на психологическую работу, чтобы позволить моим ученикам отключиться от потока мыслей и настроиться на слушание своего тела. Как вы это сейчас можете сделать? Закройте глаза и послушайте. Инструмент настолько интуитивный, что вы сразу погружаетесь в свой внутренний космос. Он очищает пространство, настраивает вашу тонкую внутреннюю работу на состояние гармонии, на состояние счастья. И действительно, этот инструмент несет с собой все волшебство, магию и целительную силу острова Бали. Я вам очень советую и рекомендую завести такого друга для себя. Всего вам хорошего. И знайте, что музыка – это универсальный инструмент и универсальный язык любви для мужчин, женщин, детей и животных.